Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру Нек, ребята. Продолжаем приключения Нека. Глава называется «Ничья земля». Так, ну это мы видели, я это смотрел. Ладно, в предыдущей серии просто концовка была такая. Все, он нарвался, открыл зря. Зря открыл он. Бай-бай. Глупец, доигрался. Этих великанов немного подобьем, а потом упадем вниз благополучно. Сейчас все будет, ребята, смотрите. Засмотрелся док и получил удар по дыне. Короче, все, двигатель поврежден, и он падает просто. И мы начинаем эту серию. Нек, ты куда? Ты куда? Так, здорово, ребята. Так, этого аккуратно. Этого аккуратно. Он со своими щитами здесь может нам навредить очень сильно. Я думаю, сейчас можно подходить уже. Все. Итак, глава «Ничья земля», и мы стараемся идти, все проходить аккуратно, как бы, чтобы не нарваться на вот этих здоровых ребят. Тихо. Мой выход, и я ему по одному удару почему-то успеваю бить только. Надо как-то активнее. На, все, упал. Ну все, ребят, с высоты птичьего полета я упал на вас и иду дальше. Пробираемся вперед, наш экипаж остался где-то там, наш самолет подбит. А я как? Я же нажал удар, почему? О, можно даже не дожидаться щитов его. Окончание можно бить, пока открывается. Пока он открылся, там несколько щитов ушло, и все, можно бить. Так, ребята, раз, два и три. Все четко. А со здоровяком мы сейчас разберемся. О, он мне попал по спине. Что ты делаешь-то? Ну-ка, отойди. Еще вот так. Стоп, 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 стоп. Не торопиться, главное в этом деле. Мне кажется, меня сейчас порубает всего. Да хорош, а. Все, Нек залазит наверх, и мы продолжаем путешествие. Янтарь. Янтарь — это хорошая штука. Ой, что-то у меня жизни-то мало для борьбы с этими всеми ребятами. Блин, он меня поджег сейчас. Да хорош, а? Что делать-то? Ну ладно, если так. Не повезло. Надо только жизни еще где-то взять. А где? Во, открывайте быстрее, я уже хочу найти жизни побольше. Так, 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 погоди, погоди, погоди. А, он своего бьет, прикинь. Он своего бьет.
Или это не свой? Подходи. Или я сейчас подойду. Не, наверное, мне быстрее надо. Вот и все. А есть там секретка или нет? Мне кажется, там что-то было похожее. Может быть, стена какая падает. Так, ребята, продолжаем. Продолжаем наш путь. Получи. Стоп. Только мне надо восстановиться и все. Кстати, жизнь вообще полностью восстановилась. Это же супер. Вот тут может быть какая-то стена ломается. Нифига подобного. Идем дальше. Они там возле реликтов стоят. А это что? Какое-то кольцо. Оно меня сейчас засосет. Засосет, надо бежать быстрее. Отвали кольцо. А, оно просто меня убило сразу и все. Так, а куда бежать? Не сворачивая еще дальше, да? А, вот, бежит. Еще один бежит. Все четко. Все четко. Прошли. Кольцо нас не зацепило. А с роботом надо быстрее расправиться. Так, может быть, что-то интересное здесь лежит. Давай осмотрим. Ну, пока ничего. Идем дальше. Здорово, пацаны! За тобой я быстро, а ты пока щиты свои. Транжирь. Бей, транжирь, стреляй. Каждый выстрел это минус щит. Ух ты, не успел я увернуться. Точнее, раньше увернулся, чем надо было. Вот тебе. Так, что-то много их. Ну-ка, давай супер удар. По кому попал, по тому попал. В общем, все почти упали. Здоровый один остался. На. Все, с двух ударов. Некто подрастающий. Подрастающий он у меня молодец. Опять эти кольца. Так, а как их... Как от них спастись-то? Стоп, оно... Не на постоянку. Сейчас тогда давай пробежим. Вот и все. Делов-то. Еще одно кольцо. Так. Я мимо прошел. Я не прошел мимо. Блин, оно меня зацепило. Ладно. Надо ждать, когда... Когда будет свободен путь. Все, тут главное не торопиться. Пусть она еще раз шарахнет. Раз, два, три, побежали. Здорово, пацаны, пацаны, иди сюда. Тихо, так я же увернулся вроде как, а? Так, от этого надо подальше. О, главное быстрее ударить, чем он меня. Я его шустрее ударил, он упал быстрее. Ну-ка, еще один внизу там. Полетели. Во-во-во-во-во, вот так надо было. Вали. Стоп. Волной не надо. На, вот так. Оп. Кто быстрее, тот молодец. Ну-ка, давай еще. Все, отлетел. Что-то все раздвигается, отодвигается. Все прям для нас. Раз, два. Пацаны, вы такие маленькие для меня. Я большой нек. А вот, кстати, реликты эти. Целая куча огромных реликтов. Я сейчас стану просто супер-мега большим. Сейчас посмотрим, ребята. Ну-ка, заряжаемся. Опа! И мощный. Вот так. Вот так, давай крушить все. Не получится крушить. Ну-ка, давай пробуем. Так, ребзики. На. Быстрый, резкий. Резкий, как понос. Оп. Куда-то я вниз прыгнул. Так, ты что, пытаешься все-таки меня? Ой-ой-ой-ой-ой. Я даже не заметил, как он улетел там далеко. Ну ладно, идем дальше. Вот это громина. Громина вообще, смотри, какой здоровый.
Здоровый Нек. О, здорово, пацанчик. Вот и все. Ага, нет, не все, не все. Хотел сказать, вот и все, до свидания там. Ой, он ушел вниз. Адьос, амиго. Ну-ка еще кто? Этих раскидал. Оп, оп. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, подожди, жизни не тратим. Жизни аккуратненько. Этого сломил. Еще один остался. Получи. Он просто упал, и все. Высоко, ничего себе, я карабкаюсь. Так-так-так, куча реликтов. Еще подрастем. Ну-ка, ребята. Здоровичок. Поговорим. Тихо, главное, меня не столкни туда, вниз. Нет, 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 нет. Так, 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 ребята. Ой, этот упал. А это будет падать все, нет? Или можно бежать спокойно? Раз, два. Я уже здоровый такой, мне прям нравится. О, еще больше стал. Еще больше стал. На. Ой, такие пацаны стали маленькие вообще. Маленькие такие. А были, были раньше вообще огромные. Но все равно они мне больно иногда делают. Получили. А вон здоровяк идет, самый большой. Всех роботов истоптал. Ну-ка сейчас разберемся с тобой. Давай! Ах ты, ничего себе, он какой мощный. Погоди, погоди, а как? Ну-ка еще, 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 еще. Отходим. Прыгать. Надо, главное, быстрее прыгать. Бам! Все, он лежит. Положили его быстренько. Давай быстрее бежим. Я что-то ни одной секретки здесь не нашел. О, ребят, сколько вас тут много. Ну все. С этими мы вообще быстро сейчас разберемся. Погоди, погоди, погоди. Только не бейте. Почему-то жизни быстро заканчиваются. А, камни раскидаю легко. Ой, опять такой. На. Сейчас он ударит. Главное подпрыгнуть. Раз, два, три. Еще. Ну, бей, да бей его. Все, молодец. Здорово, мелкотня. Так, а здесь что? О, я еще расту. Самый здоровый парень на земле это Нек. Ну-ка, опа. Удар, еще, еще. Так, он меня щитом отфигарил. Тихо, подпрыгиваем, удар, все, готов. Разломал, еще реликтов надо. Все поломал, там и елки летят. Ребята мелкие вообще такие стали. Растем или нет? Ну-ка быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай бьем. Еще, 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 все, упал. Еще такой же пришел. Бей. Так, после щита сейчас ударим вниз. Есть. Ай, как я так нарвался-то, нормально можно было сыграть. Давай. Все, проход свободен. И вон стоит док и вся наша команда. Понятно, что за великая опасность была на фреске. Да. Не исключено, что это и есть конец света.
Трансформация уже началась. Как это остановить? В центре возмущения находится огромная сфера. Сломай ее. Это может остановить процесс. Большая сфера. Понял. Нек! Удачи. Не волнуйтесь, доктор. Вы сами говорили. Я ваше лучшее творение. Все нормально будет, док, ты не переживай. Больше и лучше. Сделаем это, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. И всем удачи, всем пока.